на первом энергоблоке все силы сосредоточены и ресурсы команды проекта на первый блок. Значит, основные строительные работы на ядерном острове завершены. И сейчас мы перешли к активной фазе пусконаладочных работ. Это один из важных жизненных циклов АЭС. Здесь будут проверены на безопасность все системы. Да, и у нас, значит, после завершения этого цикла начинается статус холодно-горячей обкатки. Да, это важный подэтап пуска энергоблока, вот, на котором будут проведены, после которого будут проведены, вернее, в котором будут проведены пролив систем, значит, гидравлические испытания трубопроводов и оборудования, а также будет загрузка имитаторов ядерного топлива в реактор. В реакторном отделении наши специалисты уже успешно провели гидравлические испытания бассейна выдержки. Это бассейн, куда будет помещаться отработанное ядерное топливо. Также сейчас ведутся работы по монтажу машины перегрузочной. Она нужна для того, чтобы загрузить и выгрузить ядерное топливо из реактора. Все работы ведутся по утвержденному графику и идут в плановом режиме. И к концу года мы планируем выйти уже к получению первого мегаватта.